Тойгер. Идея выведения породы домашней кошки с внешними чертами дикого тигра принадлежит американской заводчице Джуди Сагден. В 1993 году родился на свет первый котенок этой породы. Основу породы дала бенгальская кошка. Это не случайно, ведь мама Джуди тоже известная заводчица Джейн Милл, как раз и вывела бенгальскую породу кошек. Джуди выбрала бенгала с полосками и использовала не бенгалов для получения искомых черт, соответствующих образу маленького тигра. Тойгер или игрушечный тигр от английского слова той – игрушка, и тайгер – тигр. Есть распространенная ошибка в произношении названия породы. Кто-то называет ее тайгер, но правильно называется именно тойгер. Многочисленные эксперименты закрепили за породой следующие черты. Эти кошки обладают сильным мускулистым телом, крепкими костями и крупными размерами. При этом лапы и вытянутое тело средних размеров, голова тоже средних размеров, маленькие глаза, уши округлой формы, мордочка длинная и широкая, также с округлыми формами. Но визитная карточка этих кошек – это окрас. Цвет имеет рыжий оттенок, высветленный на животе. Стандарт породы предполагает высветленный цвет как можно более белым. Окрас тигровой тейби предполагает наличие вертикальных широких полос, темно-рыжего, коричневого и черного цветов. Обязательно черными должны быть подушечки лапок и кончик хвоста. Окрас предполагает наличие отметин не только на туловище кошки, но и на животе и лапах. Рисунок окраса имеет не только полоски, но и розетки и вытянутые пятна. Вокруг мордочки тойгера также должны быть полосы и отметины по кругу. Отсутствие необходимости в сложном и кропотливом уходе, их высокая приспособляемость, спокойный и миролюбивый нрав делают этих кошек долгожителями. Если вы полюбите этих животных настолько, что захотите заняться их разведением, то вам следует знать, что в бридинг-программах запрещено использовать другие породы кошек, кроме тойгеров. Начиная с официальной регистрации породы в 2007 году, порода активно развивается, заводчики продолжают ее совершенствовать. Популярность породы неуклонно растет, но профессиональных клубов немного, поэтому, чтобы получить заветного котенка, возможно, потребуется подождать своей очереди. Несмотря на свой дикий внешний вид, это очень нежные и ласковые кошки. Они любят компанию людей, прекрасно ладят со взрослыми людьми, так и с маленькими детьми. Они неприхотливы и прекрасно себя чувствуют, как в пространстве квартиры, так и в просторном доме.